Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы, наверное, одно и единственное видео записать на эту тему и больше не возвращаться к данному вопросу. Это комментарии по поводу рекомендаций по уходу, кормлению и всему остальному, что касается аистов. Причем люди пишут, не имея практических навыков, не имея опыта никакого. И все рекомендации основываются на содержании птичек в виде волнистых попугаев, кошечек, собачек. Некоторые умудряются даже поставить диагноз по видео, не зная веса, рассчитать дозировку антибиотика. И все это в комментарии написать. Если мне нужна какая-то консультация, я обращаюсь либо к Марине Сиденко, либо к Антону Барановскому, либо к ветеринарному врачу. Поверьте, дилетантов я не слушаю. В прошлом году я единственный раз повелся на комментарии и выпустил березку из закрытого вольера. Все мы знаем, к чему это привело. Теперь я кремень, и к комментариям очень и очень негативно отношусь по части тех или иных рекомендаций. Так что прошу прощения, что иногда очень резко отвечаю на те или иные рекомендации. Я в них не нуждаюсь. Для этого есть, еще раз повторяю, Марина Сиденко, Антон Барановский, либо ветеринарные врачи, которые аистов осмотрят, поставят диагноз и рассчитают дозировку. Опять же, живой пример, всем известная Наталья, которая в прошлом году вырастила благополучно овощ для вольера в виде яши, и все равно, учитывая свои ошибки, она все равно давала советы направо и налево. Какое имела право, непонятно, при условии, то, что имела только негативный опыт выведения птенца. Так что, надеюсь, больше к этой теме возвращаться не будем. Всем до встречи и пока!